może, w Polsce nic nie może. Dzieciom proszę. No dzieciom rodziny, bo się nie biegnie. Znaczy wzrosną. Друзья дорогие, минуточку внимания. Мы очень рады приветствовать всех, кто сегодня посетил наш дом молитвы. И сейчас мы уже прекратили запускать тех, кто подходит еще. И хотелось бы, чтобы все-таки мы могли принять больше людей. Большая просьба, молодые люди, пройдите наверх, в хор. Вы точно так же сможете видеть все, что будет показываться. Напротив есть небольшой экран, поэтому я прошу молодых людей, поднимитесь, пожалуйста, в хор, чтобы освободить места еще для тех, кто подойдет. Пожалуйста, смелее. Большая убедительная просьба. Кстати, в Библии написано: «Мудрость, сходящая свыше, послушлива». Можно внимание? Машина белая Toyota Corolla, вашингтоновский номер ARW6461. Закрываете драйвей. Итак, дорогие друзья, мы еще раз сердечно всех вас приветствуем. Greetings, everyone. Dear friends. Мы будем начинать наше служение. We are going to begin our service tonight. Мы очень рады тому, что вы сегодня пришли в наш дом молитвы. We are very happy to have you come to our church tonight. Скажу, как пресвитер этой церкви, я не ожидал увидеть так много гостей. As a pastor of this church, I will tell you, I did not expect to see so many guests tonight. Но радует, что известные личности привлекают людей в церковь. We are glad that such popular personalities attract people to church. И сегодня у нас именно такой гость, Кен Холланд.
This is one of that kind of guests that we have here tonight, Kent Hovind. И мы будем молиться о том, чтобы Господь благословил его и дал его слову силу Святого Духа. We will pray that God bless him and give him the power of the Holy Spirit. И я приглашаю вас, чтобы мы могли встать и совершить молитву. And I invite you all to get up and we will pray. Великий и чудный небесный Отец. Our great and wonderful Heavenly Father. Мы предстали пред Твоим святым лицом и прежде всего хотим поблагодарить Тебя за время благодати, в которой Ты даешь нам жить. We are standing before your holy face, and we first of all want to thank you for the grace, the time of grace that you let us have. Мы благодарим Тебя за Твое святое божественное слово. We thank you for your holy God's word. И мы благодарим, что оно подобно светильнику сияет в этом темном мире. We thank you that it shines as a lamp in this dark world. Мы благодарим, что имеем познание от Тебя относительно того, куда движется этот мир. We thank you for the knowledge that you gave us about where this world is going. И сегодня мы собрались сюда для того, чтобы размышлять о Твоих путях, которые Ты приготовил для человечества. And we are here tonight to meditate and to talk on your ways that you have for the mankind. Мы хотим попросить, чтобы Ты даровал нам Духа Твоего Святого. We ask that you give us your Holy Spirit. Благослови и поведи сам весь ход этого собрания. Bless and lead this entire service. Даруй силу слову, которое будет звучать. Empower the word that's going to sound tonight. Открой наши сердца и сделай нас способными слышать Твой голос. Open up our hearts and make us capable of listening to your word. Я особенно хочу попросить Тебя за наших друзей, которые присутствуют с нами. Especially I want to ask you for the friends of ours that are here tonight. Ты знаешь тех из них, которые еще не примирились с тобой или не пережили рождение свыше. You know those of them who are not at peace with you or who have not yet been born again. Действуй в таковых душах. Do your work in their souls. И повлеки их к себе. And attract them to yourself. Мы все веряем в Твои любящие святые руки и просим Твоего отцовского благословения, великий чудный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. We entrust it all in your mighty, powerful hands and ask for your blessing for this service tonight and all of this event. Amen. Оставаясь на ногах, мы споем гимн, который, наверное, знают все на любом языке или на многих языках этой земли. Пожалуйста, пойте на том языке, который вы знаете. Бог да благословит. Let us keep standing and we'll sing one hymn that probably most of the people on the earth know it and sing it on the language that you are comfortable at. We'll sing in Russian.
Привет, как дела? Hello, how are you? Меня зовут Кен Ховен. My name is Кен Ховен. And that is about all the Russian I know. And this is all I know in Russian. It is an honor to be here tonight. Для меня честь быть сегодня с вами. Thank you, Pastor, for opening your church for this seminar. Благодарим вас, пастор, за то, что уже начали это служение, этот семинар. Let's see if this is working. I'm trying to get it up there. Пытаемся, чтобы заработало. According to evolution, complicated things happen automatically. Согласно эволюции, сложные вещи происходят автоматически. Ah, there we go. Вот. All right. My name is Kent Hovind. Меня зовут Кент Ховинд. I was a high school science teacher for 15 years. Я преподавал науку в школе в течение 15 лет. I moved to Pensacola in 1989. В 1989 году переехали в Пенсаколу, Флорида. And soon thereafter began a ministry called Creation Science Evangelism. И вскоре после того начали служение, которое называется евангелизм научного сотворения. How many have been to one of my seminars or have seen one of my videos before? Сколько уже были на семинаре или видели по видео? Okay, how many never have? А кто никогда не видел? Okay, how many do not understand the question so far? А кто из вас не понял вопрос? Okay, good. I don't like anyone to sneak up on me, so I will not sneak up on you. Я не буду хитрости тут делать. I believe the Bible is the infallible, inspired, inerrant word of the living God. Я верю, что Библия непогрешима, безошибочна и вдохновлена Богом, Слово Божие. I believe it from cover to cover. И верю в нее от корки до корки. I even believe the cover on mine. И даже верю в то, что на корке написано, на обложке. It says Kent Hovind. Там говорится Кент Ховинд. I believe that. Я в это верю. One of our jobs as a Christian is to be ready always to give an answer to every man that asks us a reason of the hope that's in us. Одно из требований к нам как христианам это всегда иметь ответ на этот вопрос, который там стоит. I think in the last 200 years we have not done a good job of answering the evolutionists. И за последние пару столетий у нас не сильно получалось хорошо ответить эволюционистам. And we have allowed that crazy religion of evolution to take over our school system. И мы позволили, чтобы эта ненормальная религия, которая называется эволюция, завладела нашей системой общественного образования. And people need ammunition to be able to defend their faith against this crazy evolution idea. И сегодня нам нужна соответствующая амуниция, чтобы защищаться от вот этого, от этой религии. There are three things I try to accomplish in my seminar. На семинарах попытаемся достичь трех целей. Number one, I want to strengthen your faith in the Word of God. Номер один – это укрепить веру в Слово Божие. Number two, if you're not saved, I want to try to get you saved, get you converted. Номер два, это если вы не спасены, я бы хотел, чтобы вы были спасены, чтобы вы обратились. And number three, if you're saved and you're not doing much for the Lord, I want to make you uncomfortable. И номер три, если вы спасены, но вы немного делаете для Бога, не хочу, чтобы вам было удобно. All right, this is not my wife. Вот, это не моя жена. This is just a picture of her. Это просто ее фотография. We live in Pensacola, Florida. Мы живем в Пенсаколе, Флорида. We have three children, one of each. У нас трое детей, каждого по одному. One of each. Да, каждого по одному. My kids are 37, 38, and 39. Моим детям 37, 38 и 39 лет. A year and a week apart. Они каждый, они погодки. That is called family planning. Это называется семейное планирование семьи. My wife hated to see June come around for a while. She hated to see June come around. Моя жена терпеть не могла, чтобы еще следующий июнь был. I had four grandkids before they took me off to prison. И также у нас было четверо внуков до того, как меня посадили. 9 years later, I came home and now had 5 grandchildren. 9 лет спустя я вернулся и уже 5 внуков. I got to hold my grandson Jordan for the first time. И впервые мне пришлось моего внука Джордана держать на руках. My son Eric also travels and speaks on creation. Мой сын Эрик тоже путешествует и проповедует о сотворении. And his wife Tanya is from Ukraine. А его жена Таня из Украины. Any more Ukrainians out there? Тут есть сейчас Украины? Okay, are there any Moldovans out there? А молдаване есть здесь? I know, the Ukrainians tell Moldova jokes, I know. Я знаю, что украинцы молдаванам говорят шутки.
I spoke in Romania, Moldova, and Ukraine for 2 weeks one time. Я преподавал в Украине, в Молдове, в Румынии однажды в течение двух недель. In Moldova, they drive like this. В Молдове вот так ездят. That's on the streets that are straight. Это на прямых улицах. To try to miss all the holes. И чтобы объехать все ямы на дорогах. We had a great ministry called Dinosaur Adventure Land. У нас была прекрасная миссия, называлась она Dinosaur Adventure Land. And God is going to give that back to us. И Бог вернет нам ее. What we want to do is change people's world view. Что мы хотим, это чтобы у людей менялось мировоззрение. A Russian atheist astronomer once said, однажды русский астроном-атеист сказал, either there is a God or there isn't. Или Бог есть, или его нет. Both possibilities are frightening. И обе эти возможности устрашающие. That is brilliant. Правда, умно. If there's a God, we better find out who he is and find out what he wants and do what he says. Если есть Бог, то лучше обнаружить, кто он, чего он хочет, и if there's a God, find out who he is, и делать это. Because he's the creator and he owns this place. Потому что он сотворил и он владеет всем этим. And he makes the rules. И он создает правила. And he will be the judge one day. Он будет судить однажды. We better get ready for that day. Лучше подготовиться к этому дню. You're going to be dead for a very long time. Или вы будете мертвыми долгое время. You may want to pack a lunch for that trip. Можно еду себе приготовить на это путешествие. If there is no God, we're in even worse trouble. А если Бога нет, то у нас еще больше проблем. We're racing around the sun at 66,000 miles an hour, and no one's in charge. Мы мчимся вокруг солнца со скоростью 66 тысяч миль в час, и никто не за рулем. That is a scary thought. Правда, страшно. There are four great questions that every religion in the world tries to answer. Есть четыре больших вопроса, на которые каждая религия в мире пытается ответить. Who am I and what am I worth? Кто я и чего я стою? Where did I come from? Откуда я появился? Why am I here? Зачем я здесь? And where am I going when I die? И куда я иду, когда я умру? There are two different ways to look at it, and that's two different ways to answer these questions. Есть два пути ответить на эти вопросы. The people who believe in evolution will say it's amazing, a big bang made this from nothing. Те, которые верят в эволюцию, скажут: удивительно, большой взрыв сотворил все это из ничего. The people who believe in creation will say, you know, there's incredible design, there must be a designer. Люди, которые верят в сотворение, скажут, это мудрый дизайн или мудрая конструкция, должен быть конструктор. Those are the only two world views. Вот это два мировоззрения. Either there is a God or there isn't. Или Бог есть, или его нет. Nobody has thought of a third one. Третьего пути еще никто не придумал. Now, these two world views are at war with each other. И эти два мировоззрения воюют друг с другом. Somebody is wrong. Кто-то ошибается. And I enjoy showing them who they are. И мне нравится показать, кто ошибается. I've now had 107 debates with atheists. У меня уже было 107 дебатов с атеистами. I beat them very badly. Я их побеждал очень. They are much smarter than I am. Они умнее меня. But it's easy to beat them. Но их легко победить. Because I'm right and they're wrong. Потому что я прав, а они нет. If the evolution theory is true, how would you answer the four great questions? Если эволюция права, как бы вы ответили на эти четыре больших вопроса? Who am I? What am I worth? Кто я и чего я стою? If evolution is true, you are nothing important. Если эволюция права, то ты ничего важного. You are just a piece of material that washed up on the beach. Ты просто кусок материала, который вымыла вода на сушу. You are not worth anything. Ты ничего не стоишь. Actually, you are part of the problem. И вообще-то из-за тебя проблемы появились. Because you are one of the polluters of the environment. Потому что загрязняешь экологию. And the more of you we can get rid of, the better. И чем больше из вас мы можем избавиться от вас, тем лучше. That's logical thinking if evolution is true. Это логическое мышление, если эволюция права. But the Bible says, in the beginning, God created the heaven and earth. Но Библия говорит, вначале Бог сотворил небо и землю. That puts a very different answer to that question. И это дает очень другой ответ на этот вопрос. You are of great value to God. Ты представляешь большую ценность для Бога. Satan came to Eve in the Garden of Eden. Сатана подошел к Еве в Эдемском саду. The first sentence out of the devil's mouth was a question. И первое предложение, которое слетело с его уст, это был вопрос. He's trying to make Eve doubt the word of God. Он заставил Еву усомниться в Божьем слове. He said, "Yea, hath God said?"
Он говорит: да, правда ли Бог сказал? Satan is still doing that today. Сегодня сатана делает то же. He wants to get you to doubt the word of God. Он хочет, чтобы ты усомнился в Божьем слове. The second thing he said to the woman was, "Ye shall not surely die." И второе, что он сказал женщине, это: вы, конечно же, не умрете. He is denying God's word. Он отрицает Божье слово. He is calling God a liar. И он Бога называет лжецом. The third thing he said to Eve was, "Ye shall be as gods." Третье, что он ей сказал, это: вы будете как боги. He said, "Eve, if you eat off that tree, you get to become like God." Ева, если ты съешь с этого дерева, ты станешь как Бог. And right there is where the whole idea of evolution got started. Вот откуда началась идея эволюции. It didn't start with Charlie Darwin. Она не началась с Чарли Дарвина. No, it started in the Garden of Eden. Она началась в Эдемском саду. He wants you to think we are evolving. Он хочет, чтобы мы думали, что мы эволюционно развиваемся. Yes, boys and girls, we started off like an amoeba. Да, мальчики и девочки, мы начали с амебы. And we are evolving. И мы вот так эволюционируем. We are getting bigger and better and stronger and smarter. Мы вот так растем, становимся больше, умнее. And someday we will sail around the universe and discover new life forms like Star Trek. И когда-нибудь однажды мы будем по вселенной вот так ездить и обнаруживать новые формы жизни. Many people ask me, Kent, do you believe there's intelligent life on other planets? What? This is technology. Many people ask me, they say, Kent, do you think there's intelligent life on other planets? Многие люди меня спрашивают, Кент, думаете ли вы, что есть жизнь на других планетах? I say, no. I taught high school 15 years. Я говорю, нет. Я преподавал науку в течение 15 лет. There's not much intelligent life on this planet. Немного умной жизни на этой планете. Satan lied to Eve and told her she could be like God. Сатана лгал Еве, когда говорил, что она сможет быть как Бог. The Mormons teach their people they get to become God. А мормоны учат своих людей, что они когда-то станут как боги. They teach their people if you're a good Mormon, you get to be God and live forever. Они говорят, что если ты хороший мормон, то ты станешь как Богом и будешь жить вечно. And if you're a good Mormon wife, you get to be eternally pregnant. Если вы жена хорошего мормона, то вы будете вечно беременны. My wife does not want to go. Моя жена туда не захотела. There are some great books to reach Mormons if you want to reach them with the gospel. И есть хорошие книги о том, как достигать мормонов, если хотите их достичь Евангелием. The official doctrine of the Catholic Church is that man gets to become God. Официальная доктрина католической церкви это что человек становится Богом. Most Catholics do not believe that. Большинство католиков в это не верят. They don't know that their church teaches that. Они не знают, что этому учит их церковь. We could talk a long time about the different religions who believe they get to become God. И об этом можно говорить. Есть много религий, которые учат, как стать Богом. This really started with the devil in the Garden of Eden. Это все началось от дьявола в Эдемском саду. He said, "I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars. I will sit upon the mount of the congregation in the sides of the north." Когда-то он сказал, "Я взойду на небеса, я поставлю себе престол, я стану сяду в солнце богов." He said, "I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High." Я говорит, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему. The devil wants to be God. Дьявол хочет быть Богом. But the job is not available. Но эта работа ему не доставлена. So he cannot be God. Он никогда Богом не будет. So he is angry at God. И он обозлен на Бога. But he can't do anything to God. Но ничего не может сделать Богу. So he's mad at us. Поэтому он обозлен на нас. Because we are made in God's image. Потому что мы созданы по образу Божию. Did you ever wonder why the devil hates you so bad? Вы когда-нибудь думали, почему дьявол ненавидит вас так сильно? It's because you remind him of God. Потому что вы напоминаете ему Бога. So he lied to Eve and told her she could be like God. Так он лгал Еве и сказал, что она будет подобна Богу. Hitler said, if you tell a lie long enough and loud enough and often enough, the people will believe it. Гитлер говорил, что если вы будете лгать людям долго и еще долго, люди начнут верить. He said they're more likely to believe a big lie than a small one. И он говорил, что люди быстрее поверят большой лжи, чем маленькой лжи. There's a special way to get someone to believe a lie. Есть особая методика, чтобы заставить поверить лжи. You have to mix it with some truth.
надо подмешать ее с правдой. I have two older brothers. У меня есть два старших брата. They have always been older than I am. Они всегда были старше меня. I was raised in East Peoria, Illinois. Я вырос в Пеория, Иллинойс. One day, when I was about 6 years old, однажды, когда мне было примерно 6 лет, I came running in for breakfast. Я забежал, чтобы что-то перекусить на завтрак. And I got the last banana out of the bowl to put on my cereal. И у меня был последний банан, чтобы его можно было поместить в сериал. Pretty soon, my two big brothers came in. И мои два старших брата пришли. They said, "Hey, Kent, is that the last banana?" Они говорят, Кент, это последний банан? I said, "Yep." Я говорю, and да. I got it. И это мой банан. How many of you have an older brother or sister? У кого из вас есть старший брат или сестра? You know that wonderful feeling when you finally pull one over on them? Знаете, это прекрасное чувство. That morning I had them and I knew it. Да, у меня были такие чувства, и я знал об этом. They wanted my banana. Они знали, что они хотели мой банан. But big brothers do not beg little brothers for anything. Но старшие братья не умоляют младших братьев ни о чем. They either beat them up. И они их или бьют. And take it away by force. И забирают силой. Or they lie to him and trick him out of it somehow. Или лгут и используют какой-то трюк, чтобы что-то у них забрать. So my brother said, "Hey Kent, do you know how bananas are made?" И так мой брат говорит, Кент, ты знаешь, из чего сделаны бананы? I said, "No." Я говорю, нет. I was only 6 years old. Мне было всего 6 лет. It's been proven in laboratory tests the brain doesn't even start to grow till kids are 18 to 20. В лабораторных исследованиях было подтверждено, что человеческий мозг не начинает работать там с 18 лет. How many parents can verify that one? Сколько родителей могут это подтвердить? I said, "No, how are bananas made?" Я спросил, не знаю, а как, откуда, с чего бананы сделаны? They said, "Down in South America there are spiders that live up in the trees." Они говорят, что в Южной Америке есть пауки, которые живут на деревьях. They have big long legs. У них большие ноги. And when they die, all their legs fold up. Когда они умирают, их ноги вот так сжимаются. And mold begins to grow on the spider legs. На них растет плесень. And a banana is nothing but moldy spider legs. Банан это всего лишь заплесневелые лапы паука. I said, "You guys are lying to me. You just want this banana." Я говорю, нет, вы меня обманываете, вы просто хотите мой банан. They said, "No, we're not lying." Я говорю, они говорят, нет, мы не обманываем. They said, "Cut the banana in half." Они говорят, вот разрежь банан пополам. You can still see the black spots where his legs were. Видите, вот эти черные точки, это вот это были ноги паука. I did not eat bananas for nearly 3 years after that. И потом я не ел бананы в течение 3 лет. They lied to me. Мне лгали. Have you ever been lied to before? А вам лгали когда-нибудь? I would not have believed the lie if it hadn't been for those black spots. Я бы не поверил этому обману, если бы не вот эти черные точки. If you want to get someone to believe a lie, you must mix it with some truth. Если хотите, чтобы поверили лжи, нужно ее смешать с правдой. That's what they've done for years to kill rats. Вот что делали в течение лет, чтобы избавляться от крыс. You don't give the rat a bowl of poison. Вы не даете крысе просто кусок яда. You give the rat a bowl of good food. Вы даете ей порцию хорошей пищи. With a tiny bit of poison mixed in. И немножечко яда подмешано. Rat poison is 99.995% good food. И крысиный яд это 99.95% здоровая пища. They mix two things together that do not belong together. Это делается вот соединяются две вещи, которые вместе не должны жить. They do the same thing to sell Marlboro cigarettes. И также делают с этими вот сигаретами Marlboro. They mix them in with cowboys. Их смешивают с ковбоями. What does smoking Marlboro have to do with cowboys? Что общего между куревом Marlboro и это вот и ковбоями? Do all cowboys smoke Marlboro? Все ковбои курят Marlboro? No. Нет. Do you have to smoke Marlboro to be a cowboy? А надо его курить, чтобы быть ковбоем? No. Нет. If you start smoking Marlboro, do you become a cowboy automatically? Если начнешь курить, начнешь станешь ковбоем? No. Нет. You may smell like a horse, but you are not a cowboy. Можешь пахнуть как лошадь, но ты не ковбой. Actually, it's been proven in the laboratory that nobody smokes. И, кстати, лабораторными исследованиями было доказано, что никто не дымит. Only the cigarette smokes. Сигареты дымят. The person is the sucker. I won't translate. I won't translate. Sorry about that. А люди втягивают. They do the same thing to sell beer. То же самое делают, что продавать пиво. They always mix beer in with sports. Его смешивают со спортом. They have a big football player holding his can of Bud Dummer. Вот, например, большой футбол, этот футболист, и он держит его. Or Bud Stupid. Вот этот Bud
Budweiser или Budsuda. Won't translate, okay. They call it Budweiser, but it doesn't make you any wiser. Это называется оно примерно так, друг мудрее, но мудрее не становится. И никого пиво не сделало мудрее. Oh, there we go. Okay. They try to associate beer with sports. Ассоциируют пиво со спортом. It has nothing to do with sports. А там ничего общего нет. They are lying. Fellas, I may need new batteries. Triple A's. This is, I'm not, I'm hitting the button, and according to evolution, it should work. The Bible says if you drink alcohol, you will ruin your life. Библия говорит, что если будешь употреблять алкоголь, ты искалечишь свою жизнь. It says, don't even look at it. Даже не смотри на него. Woe to him who giveth his neighbor drink. Горе тому, кто ближнему своему дает выпить. Bible has a lot to say about this topic. У Библии в Библии много есть на этот счет. One kid said, what's the matter, brother Hovind? Don't you like beer? А мне один ребенок сказал, что, брат Ховен, вы что, пиво не любите? I said, I don't know. I've never tasted it. А я говорю, не знаю, я его никогда не пробовал. I'll be 63 in a few weeks. Будет мне скоро 63 через несколько недель. Never had alcohol in my life. Никогда в моей жизни не было алкоголя. Well, I've had NyQuil a few times. Ну да, NyQuil. And he said, "How do you know you won't like it if you don't try it?" Он говорит, а как же ты и откуда ты знаешь, если ты не пробовал? I said, "Oh, that's a brilliant way to live your life." Да, это очень, это прекрасно вот так по жизни идти. I said, "Let me ask you a question." Позволь мне вопрос тебе задать. Have you ever laid your head under a semi truck? Ты когда-нибудь клал голову под грузовика? How do you know you won't like it if you don't try? А ты знаешь, что тебе это не понравится, если ты не пробовал? You don't have to try everything to learn if it's good or bad. Не надо пробовать все, чтобы испытать, хорошо оно или нет. But I'm afraid in our science textbooks they've been mixing in a little bit of poison. Вот боюсь, что в наших учебниках научных немножко яда подмешано. I like science. Мне нравится наука. We had Dinosaur Adventure Land. У нас есть это вот Dinosaur Adventure Land. Everything we did had a science lesson and a spiritual lesson. И все, что мы там делали, это всегда был урок по науке и урок духовный. We had 100,000 visitors from 120 different countries. Через нас прошло около 100,000 посетителей из 120 разных стран. Now that girl died a few minutes after the picture was taken. Эта девочка умерла через несколько минут после того, как сфотографировали ее там. So did that kid. И также вот этот ребенок. But that's okay. There's a lot of kids, and you can always make another one. We had all kinds of science lessons at our Dinosaur Adventure Land. У нас множество всяких разнообразных уроков в этой Dinosaur Adventure Land. Now we are looking for property to build a big one. Теперь нам нужен участок, чтобы построить большую. One of my guys shot a Tyrannosaurus. One of my guys shot a Tyrannosaurus. А, один из моих это вот ребят стрелял в Райносора. So we put the head on the building. Чтобы голову поместить на здание. We are not against science. Мы не против науки. We love science. Мы любим науку. We're against poison mixed in with the science. Мы против яда, который подмешан в науку. We teach the kids. There's two of my grandchildren. They're now 13 years old. Вот двое моих внуков. Они уже им по 13 лет. We have many homeschool classes on science and how it glorifies God. У нас есть много уроков по науке в домашней школе. Это все прославляет Бога. We even teach the kids the scientific way to shoot a rubber band. Мы даже учим детей, как научным образом стрелять резинку. Are there any kids here who have never seen the scientific way to shoot a rubber band? Есть здесь дети, которые никогда не видели, как научно стрелять резинкой? Okay, I need one girl, if you can come up, and one boy. Come on up. Одна девочка и один мальчик. Подойдите сюда. Are they expendable? Yeah. Okay. I just happen to have a pocket full of rubber bands. Вот я им дам этих резиночек сейчас. There you go, sir. Do not eat that. Okay. Не ешьте их. Right. Ladies first. I want you to see how far you can shoot it down the center aisle. А ну-ка стрельните и посмотрим, куда вы. Ого. Whoa. Now, wait. I will now show you the scientific way to shoot a rubber band. Теперь вот научный метод. Are you ready? Ого. Well, now, hold on a minute. Oh,
Okay. Before I teach you the scientific way to do this, до того, как я преподам вам научный метод стреляния, I need to explain something. Мне надо кое-что объяснить. Some kids should not learn how to do some things. Некоторым детям нельзя показывать, как кое-что делается. Whose kid is this? Чей это ребенок? I get the feeling he is not safe with this information. Мне кажется, что ему нельзя безопасно предоставить эту информацию. Is that accurate? Это правда? Yeah, okay. All right, now, pay close attention. Notice, there are two sides to the rubber band. Видите, здесь две стороны резинки. One side represents your flesh, your body. Одна сторона представляет ваше тело, вашу плоть. The other side is your spirit. А другая сторона – это ваш дух. Now, your spirit has to live in your flesh. Дух должен жить в теле. Or else you're dead. Или же ты мертвый. If your spirit ever leaves your flesh, you have a problem on your hands. Если дух твой уходит из тела, у тебя будет проблема. The neighbors do in a few days. Которые соседи решат через несколько дней. One more. Is she safe with this? Ей можно это показать? Okay. What most people do wrong in rubber band shooting? Многие делают неправильно. They stretch both sides the same. Они растягивают обе стороны одинаково. And when it flies through the air, the flesh and the spirit are always fighting. И вот этот дух и плоть постоянно борются. And you don't go very far. И далеко ты так не продвинешься. And some of you are not going to go very far in your Christian life because your flesh and your spirit are always fighting. И некоторые из вас далеко не продвинутся, потому что ваши дух и плоть постоянно воюют. See, the spirit needs to lead the flesh. Знаете, дух должен вести тело. So all I did when you guys weren't watching. This is top secret. I'll make sure nobody's watching. Это будет большой секрет. Смотрите, чтобы никто не смотрел. I stretch one side tighter than the other. Одна сторона должна быть более натянута, чем другая. Now, I want you to notice my fingers never leave my hand at any time. Видите, что пальцы мои от рук никогда не отделяются. If you stretch one side tighter than the other, если натянешь одну сторону плотнее, чем другую, and if you can let go quickly, it will spin through the air. И быстро отпустишь, резинка будет крутиться в воздухе. And the spirit leads the flesh. И дух ведет тело. Ого. And I can hit the guys in the sound booth. So, when I'm standing here with a pile of rubber bands, knowing I can hit anybody in the room, и вот с этими резинками я могу попасть в любого в комнате. It's an awesome feeling of power. Чувство власти. Some kids can't handle. А некоторым детям этого нельзя доверять. Let's give them a big hand. Thank you. Go ahead, MC. Tomorrow we will show you the scientific way to shoot a paper airplane. А завтра мы покажем научный метод пускать бумажный самолет. Okay, we need the church security team to watch that kid. Церковная охрана, наблюдайте за тем ребенком. Just look at him. Просто смотрите за ним. I'm going to pray for you, ma'am. Буду молиться за вас, мама. My son Eric was just like that. Now he's a preacher. You just never know, you know? Мой сын Эрик тоже был таким маленьким, когда я был проповедником. So you come tomorrow, we'll make some paper airplanes that you won't believe. Завтра сделаем самолетики. My airplanes go so far. Мои самолеты далеко летят. If they don't land on a building or on a tree. Если они не садятся на доме где-нибудь или на дереве. They go all the way to the ground. Они идут прямо на землю. We're not against science. Мы не против науки. We're against poison mixed in with the science. Мы против яда, который подмешан в науку. I will show you. Я вам покажу. Here's a first grade textbook. Вот первоклассный учебник. They tell the kids in first grade, Earth has changed much since its formation 4.5 billion years ago. Земля претерпела большие изменения с начала своего формирования 4.5 миллиарда лет назад. Oh, hold on a minute. Подождите. Is the Earth 4.5 billion years old? Земле 4.5 миллиарда лет? No. Нет. But if you tell that to a first grader, he's going to believe you. А если первоклассник, он поверит. First graders believe everything you tell them. Первоклассники верят всему, что вы им говорите. They believe bananas are moldy spider legs. Они верят, что бананы состоят из этих вот заплесневелых лапок паука. I did. Я верил. And then tell them again in second grade. А потом во втором классе говорят.
Since its formation 4.5 billion years ago, Earth has changed. Со времени своего формирования 4,5 миллиарда лет назад Земля претерпела изменения. They say life too has evolved on Earth. И говорят, что жизнь развивалась в процессе эволюции. Now this word evolved is a very tricky word. И слово развивалось эволюционно – это очень хитрое слово. It has 6 different meanings. У него 6 разных значений. I've done over 100 debates now at universities. Я уже более 100 дебатов провел в университетах. I've learned how to win the debate in the first 5 minutes. Я научился выигрывать дебат в течение первых 5 минут. If someone says, "Do you believe in evolution?" Если кто-то спрашивает, ты веришь ли в эволюцию? I say, "What do you mean?" Я спрашиваю, а что вы имеете в виду? Let's define the word evolution. Дайте определение слова эволюция. Because there are 6 different meanings. Потому что у него 6 разных значений. The first one is cosmic evolution, the Big Bang. Первое из них это космическая эволюция, большой взрыв. Where did time, space, and matter come from? Откуда появилось время, пространство и материя? The second one would be chemical evolution. Второе. Chemical evolution. Химическая эволюция. Because if the Big Bang produced hydrogen, потому что если вследствие большого взрыва появился водород, how did we get these 92 different elements? Откуда у нас появилось 92 химических элемента? You mean we can make gold and silver and platinum from hydrogen? Что, серебро и золото и платину можно создавать из водорода? I want to learn how to do that. Я бы хотел научиться этому. Thirdly, we have what's called stellar evolution. А третье называется звездная эволюция. The stars would have to form. Звезды должны сформироваться. No one knows how a single star managed to form. Никто не знает, как ни одна звезда умела сформироваться. The origin of stars is a complete mystery. Происхождение звезд – это полная тайна. No one has ever seen a star form. Никто никогда не видел, как формируется звезда. They see stars explode once in a while. И иногда наблюдают, как звезды взрываются. But they've never seen one form. Но никогда не видели, как они формируются. But the last estimate from the Hubble telescope tells us every human on Earth can own 11 trillion stars to yourself. Но последнее наблюдение с телескопа подтверждает, что каждый человек на Земле может обладать 13 миллиардами звезд. Those are the ones we know about. Это те, о которых мы уже знаем. We don't know about the ones that we don't know about. И мы не знаем о тех, о которых мы еще не знаем. There are a lot of stars out there. Там много звезд. No one's ever seen one form. Никто никогда не видел, как хотя бы одна из них сформировалась. But you'd have to have 6.5 million stars forming every minute. А нужно бы, чтобы 6.6 миллиона звезд формировались в минуту. For 20 billion years. В течение 20 миллиардов лет. And we've never seen one star form. А мы ни одной никогда не заметили. Number four, you have to have organic evolution. И последнее это органическая эволюция. Life has to get started from non-living material. Жизнь должна начаться с неживой материи. No one's been able to see that. Никто никогда этого не пронаблюдал. One atheist I debated. Однажды я дебатировал с атеистом. He said, "Hovind, what are you going to say if scientists make life in the laboratory?" Они говорят, Ховин, что же ты скажешь, когда ученые создадут жизнь в лаборатории? I said, "Well, first they are nowhere close." Я говорю, ну, во-первых, они еще и не приблизились к этому. He said, "You are right." Он говорит, правда. I said, "But if a bunch of intelligent scientists work for millions of dollars and make life in the laboratory," но я говорю, но если соберется целая куча этих очень умных ученых и за миллионы долларов будут работать в лаборатории, I guess that would prove it takes intelligence to make life. Они докажут, что нужен ум, чтобы создать жизнь. Which is what I've been saying the whole time. Это то, о чем я всегда и говорил. That would prove creation. Это бы подтвердило сотворение. Even the atheists admit no one knows how life got started. Да, все атеисты утверждают, что никто не знает, как началась жизнь. Number five, we have to have what is called macroevolution. И номер пять это макроэволюция. This is where an animal changes into a different kind of animal. Это когда животное превращается в животное другого рода. No one has ever seen that happen. Никто никогда этого не наблюдал. No one has ever seen a dog produce a non-dog. Никто никогда не видел, чтобы собака родила не собаку. You may get a big dog or a little dog. Можно сделать, чтобы появилась большая или маленькая собака. But you get a dog every time. Но будет все время собака. Someone spent years and years developing the Chihuahua.
Некоторые вот потратили много лет, чтобы разработать эту породу чивава. All of that time and energy and money was wasted to make a dog that's 100% useless. И все эти деньги, время и усилия были потрачены впустую, чтобы создать собаку, которая никакой пользы не приносит. How long would the chihuahuas last out in the woods? Сколько чивау протянет в лесу? Just turn them loose and watch. Отпустите их на свободу и понаблюдайте. They'd run up to the wolf. Yep, 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 yep. Они подбегут к волку и начнут тявкать. End of gene code. И все, и генетический код закончен. Chihuahuas are great for bear hunting. Чивау хорошо охотится на медведей. And you won't even need a gun. И даже пистолет не нужен будет. The bear will die laughing. Медведь умрет со смеху. And it could be that the dog, the wolf, and the coyote had a common ancestor. Возможно, что у койоты, то есть у шакала, у волка и у собаки есть общий предок. I wouldn't argue about that. С этим я уже бы не спорил. But every five-year-old kid knows it's the same kind of animal. Но каждый пятилетний ребенок знает, что это животное одного рода. I'll show you. Я вам покажу. Is anybody here 4 or 5 years old? Кто здесь 4-5 лет, дети, 4-5-летние? Who's 4 or 5? Right here? Okay. Here we have a dog, a wolf, a coyote, and a banana. Which one is different than the rest? Вот смотрите, там собака, волк, шакал и банан. Что из них не принадлежит группе? Banana. Banana. Let's give him a hand. All right. We have college professors that cannot figure this out. А есть университетские профессоры, которые не могут этот вопрос ответить. You go see Theodore after the service downstairs. He will give you a free book of mine. Okay? Good. Okay. Good. The Bible says they will bring forth after their kind. Библия говорит, что животные будут производить породу их. That is 10 times in the first chapter of the Bible. Это сказано 10 раз в первой главе Библии. Charles Darwin wrote a book called The Origin of Species. А Чарльз Дарвин написал книгу, которая называется «Происхождение видов». No one has ever given a good definition of species. Никогда никто не дал хорошее определение слову «виды». A dog and a wolf are different species. Собака и волк — это разные виды. But they can still interbreed. Но они еще могут взаимосуществовать. The Bible says if they can breed. The Bible says if they bring forth, they're the same kind. И Библия говорит, что если они воспроизводят потомство, это будет тот же род. Number 6, we have what is called microevolution. И номер 6 — это микроэволюция. This is variations within the same kind. Это вариации внутри одного рода. Big dogs, little dogs. Большие собаки, маленькие собаки. But still dogs. Но все же собаки. This one happens. Вот что происходит. So if someone is talking about evolution, you have to ask them, what do you mean? То есть, если кто-то из вас спрашивает или говорит о эволюции, сразу спросите их, что они имеют в виду. If we're talking about microevolution, I agree, it happens. Если мы говорим о микроэволюции, я соглашусь, что она происходит. But the first five are purely religious. А первые пять — это чисто религия. You have to believe in those. Надо в них верить. We cover much more on that on my videotape number 4. Об этом мы много говорим в видеосеминаре 4. The teachers are told, be sure to stress that the earth is thought to be billions of years old. Учителям говорят, вы обязательно подчеркните, что Земле, как думают, 4,5 миллиарда лет. We have to make sure the students believe this. Смотрите, чтобы студенты в это поверили. Now, science deals with things we can observe and study and test. Наука строится на вещах, которые можно наблюдать, изучать и так далее. You cannot observe billions of years. И невозможно наблюдать в течение миллиардов лет. You can believe that if you'd like. Можете в это верить. But that's not science. Но это не наука. It's part of a religion. Это религия. They get very angry when you say that. И они очень сердятся, когда вы это им скажете. They get very angry at me. На меня они сердятся. At last count, there were 2,000 anti-Hovind websites. Последний раз я начитал 2,000 антиховинских веб-сайта. We're going for 3,000 this year. В этом году будет 3,000. We are here, so either someone made the world or the world made itself. Итак, мы здесь.
кто-то создал мир или же мир создал сам себя. Years ago I was flying from Dallas to San Francisco. Несколько лет назад я летел из Далласа в Сан-Франциско. And I happened to sit next to a professor from Berkeley University. И рядом сидел профессор из университета Беркли. I don't know if you folks here have ever heard of Berkeley or not. Не знаю, слышали вы о таком университете или нет. But Berkeley is not a Bible college. Но это не библейская школа. I was sitting next to this professor. Итак, я сижу рядом с этим профессором. And we started talking about creation and evolution. И мы начали разговаривать о сотворении и об эволюции. Everybody I sit by on the airplane wants to talk about that, so I talk about it with them. Все на самолете хотели об этом говорить, поэтому я начал говорить. He said he believed in evolution. Он сказал, что он верил в эволюцию. I said, yes, sir, I figured that. Я сказал, да, я уже это понял. You have to teach at Berkeley. И да, надо в это верить, если вы преподаете в Беркли. I said, how did the world get here? И также, откуда этот мир появился? There's only two choices. Есть два выбора. Somebody made the world. Или кто-то его сотворил. Or the world made itself. Или он сотворил сам себя. There's no other choice. Другого варианта быть не может. There are a few out there on the lunatic fringe who say, we're not really here at all, we just think we're here. А люди говорят, а мы вообще в этом не думаем, просто знаем, что мы здесь. You can forget about those folks. Можно о них пока забыть. We're here. Мы здесь. So, either somebody made the world like the Bible says. Или же кто-то сотворил этот мир, как Библия говорит. God created the heaven and the earth. Бог сотворил небо и землю. But the humanists regard the universe as self-existing and not created. А гуманисты считают, что Вселенная самосуществует и она не сотворена. Well, then how did it get here? И также, откуда же появились мы? The professor said, I believe it came from the Big Bang. И профессор говорит, я верю, что оно произошло с большого взрыва. I said, I'd like to hear about the Big Bang. Хотел бы я услышать о Big Bang. He said, you're a science teacher and you've never heard of the Big Bang? Он говорит, ты преподаешь науку, и ты не слышал о большом взрыве? I said, oh yes, I've heard a lot about the Big Bang. А я сказал, да, я много о нем слышал. And I believe in the Big Bang. И я верю в большой взрыв. But the Big Bang comes at the end, not the beginning. Но он будет в конце, он не был в начале. I said, tell me about your Big Bang, please. Итак, расскажите мне о вашем большом взрыве. He gave me a textbook perfect answer. Он мне дал совершенный ответ по учебнику. He said, I believe about 18 or 20 billion years ago. Я верю в то, что 18-20 миллиардов лет назад. All the matter in the universe. Вся материя во Вселенной. That's a lot of stuff. Это много. By the way, the word universe comes from two Latin words. Кстати, слово «вселенная» происходит от двух латинских слов. Uni means single, and verse means a spoken sentence. Uni – это один, а verse – это произнесенное предложение. Did you know we live in a single spoken sentence? Знаете, что мы живем в том, что предложение, которое однажды было произнесено. God said, let there be. Бог сказал. God spoke the entire universe into existence. Бог сказал, чтобы вся вселенная появилась и пришла в существование. God did not lift one finger to build the universe. Он даже ни одним пальцем не пошевелил. He did not turn one screw. Он не крутил шурупы. He did not pound one nail. Он не забивал гвозди. He spoke everything into existence. Он говорил, и оно начинало существовать. And everything obeys the voice of God. И все подчиняется Божьему голосу. Except us. Кроме нас. He's having some trouble out of us right now. Да, и с нами у него. He will fix that one day, though. So, и это он тоже все исправит. The professor said he thought all the matter in the universe was concentrated into one very dense, very hot region that may have been much smaller than a period on this page. Что вся эта материя, из которой состоит Вселенная, когда-то была настолько плотной, что она помещалась в маленькой точке, которая намного меньше, чем точка на этой странице. All the matter in the universe was squished into a dot smaller than a period on a page. Вся Вселенная, вся материя Вселенной была настолько сжата, что ее нельзя даже увидеть, была такая маленькая точка. That's a crowded dot. Очень наполненная точка. I don't think you could squeeze a Volkswagen into a dot that small. Yeah. I don't think you could squeeze a Volkswagen into a dot that small. Нельзя сжать до такой точки. You're not going to squeeze the whole universe. Тем более всю Вселенную. I said, sir, what happened to your dot? И что же произошло с вашей точкой, господин? He said, well, all the matter in the universe was squeezed into a tiny dot, and it exploded. И так вот вся материя была сжата в одну точку, и потом взорвалась. And someday it'll happen again. И однажды это произойдет еще раз. This textbook teaches.
After many millions, billions of years, all the matter and energy will once again be packed into a small area. Этот учебник учит, что однажды вся материя Вселенной снова будет сжата до одной точки. No larger than the period at the end of this sentence. Не больше, чем точка на этом, на этой странице. Then another big bang will occur. Потом однажды еще раз произойдет большой взрыв. It happens every 80 to 100 billion years. Это происходит каждые 80-100 миллиардов лет. You can forget about global warming. Забудьте об глобальном потеплении. We're going to get squished. Мы будем сжаты. Can you believe they cut down a tree to print that? Вы можете поверить, что дерево потратили на то, чтобы вот это напечатать? Where is Al Gore when you need him? Где же Al Gore, когда он нужен? By the way, they figured out why he always has that stupid look on his face. У него всегда вот этот умный взгляд на лице. He's stupid. Он умный, в кавычках. I could not believe this textbook author. Я не верю автору этой книги. He said nothing really means nothing. Он написал, ничего вообще означает ничего. You have to be at least that smart to write a book. Надо хотя бы быть настолько умным, чтобы написать книгу. He said not only matter and energy would disappear, but also space and time. Он написал, что не только время и нет, материя и энергия исчезнут, но также время и пространство. However, physicists theorize that from the state of nothingness, the universe began in a gigantic explosion. Итак, этот физик утверждает, что из состояния ничего все взорвалось в такую громадную вселенную. What? Что? Nothing exploded, and here we are. Ничего взорвалось, и вот они мы. They call that science and put it in a science book? И вот это вот наука, которая преподается в научных учебниках. I would call that a fairy tale and put it in the garbage. Я бы назвал это народной сказкой и поместил бы его в мусорном ящике. In Discover magazine, they published this article. А вот он, журнал Discover. On the front page. На первой странице. They said, the universe burst into something from absolutely nothing, zero, nada. Вселенная взорвалась во что-то из абсолютно ничего, ноль, ничего. As it got bigger, it became filled with even more stuff that came from absolutely nowhere. И когда она увеличивалась, она наполнялась еще большими вещами, которые были ничем. How is that possible? И которые пришли из ниоткуда. Как это возможно? Ask Alan Guth. His theory explains everything. Спросите Алана Гута, его теория инфляции поможет объяснить все. I've got to meet this Alan Guth. Надо встретиться с этим Аланом Гутом. Alan Guth said the observable universe could have evolved from an infinitesimal region. Ух ты. A dot. Обозримая вселенная могла произойти от... A tiny dot. От этого... ну, от точки, короче. Infinitesimal. Сами переводите. Very tiny. I can't help you. It's then tempting. It's then tempting to go one step further and speculate that the entire universe evolved from literally nothing. Это вот настолько искушает, чтобы пойти еще глубже на шаг дальше и поразмышлять над тем, как вся вселенная произошла из буквально ничего. These people really think they are smart. Эти люди вообще по-настоящему верят то, что они разумные. I said to the professor, "What happened to the dot?" Так, профессор, что же произошло с точкой? He said it was spinning. It spun faster and faster. Он говорит, она крутилась, она вращалась быстрее и быстрее. And one day it exploded. И однажды взорвалась. The big bang. Большой взрыв. And the pieces that flew off became the galaxies and the planets and the stars. И кусочки, которые отлетели, стали галактиками и системами и звездами и планетами. I said, sir, let me ask you a question. Я сказал, сэр, можно вам еще вопрос? If I say, in the beginning, God created the heaven and the earth, если бы я сказал, что вначале Бог сотворил небо и землю, then you're going to say, where did God come from? Вы спросите, а откуда же появился Бог? And I don't know. И я не знаю. But you said, 20 billion years ago, all the dirt was squished into a dot. Но вы сказали, что 20 миллиардов лет назад вся вот эта масса была сжата в одну точку. But you don't know where the dirt came from. Но вы не знаете, откуда грязь эта появилась. So I believe in the beginning God. Что я верю, что вначале был Бог. And you believe in the beginning dirt. А вы верите вначале грязь.
Don't tell me my theory is religious and yours is science. Не говорите мне, что моя теория религиозна, а ваша научна. No, they are both religious. Они обе религиозные. The difference is the evolution religion is tax supported. Разница в том, что эволюционная религия подтверждается учебниками. By the way, this top timeline, every inch is 150 years. На вот этой вот временной линии каждый дюйм это 150 лет. If I made the bottom timeline the same scale, если бы я сделал библейскую линию на этой шкале, to show you 20 billion years, показать вам 20 миллиардов лет, just my chart would have to be 2100 miles long. Только моя таблица должна быть в длину 21 милю. That's from Pensacola to Portland, Oregon. Это из Пенсаколы в Портленд. I don't want to carry a chart that big. Не надо мне такая большая таблица. So I made a new scale for the other one. Итак, у меня есть другая шкала. I said, "Professor, where did the matter come from?" Итак, я спрашиваю профессор, откуда появилась материя? He said, "We don't know." Он говорит, мы не знаем. I said, "Can you tell me where the laws came from?" А можете объяснить мне, откуда появились законы? The universe is run by laws. Вся вселенная существует по законам. We have the law of gravity, centrifugal force. Есть закон гравитации, закон центробежной силы. Boyle's law. Закон Бойля. Cole's law. You can eat that with potato salad. Да, I won't translate it there. I said, he did not know where the laws came from. I said, where did the energy come from? Он сказал, что он не знает, откуда произошли законы. Я спросил, а откуда произошла энергия? He said, we don't know that either. Он говорит, мы этого не знаем тоже. I said, could I ask you another question, please? Ну, можно вам еще вопрос, пожалуйста, я спросил. He said, sure. What else would you like to know? Он говорит, конечно, что вы еще хотите знать? I said, else? What do you mean else? You haven't told me nothing yet. Он говорит, что вы имеете в виду еще? И вы мне до сих пор ничего не объяснили. I said, does Berkeley University have a merry-go-round? Он говорит, да, это вот университет Беркли есть у него. A merry-go-round. You go around? Ну, по кругам карусель? Карусель. Карусель, yeah. He said, no, we don't have a carousel at Berkeley University. Он говорит, нет, в Беркли университете нет карусели. I said, you should get one. Я сказал, надо вам привести. You can learn some good science on a merry-go-round. Там можно хорошие учебные уроки проводить. If you put some fourth graders on the merry-go-round, если вы четырехклассников на нее туда пустите. How many fourth graders do we have in here? Есть anybody здесь in fourth grade? Кто в четвертом классе? All right. I like fourth graders. Мне I spent the best 5 years of my life in the fourth grade. Yes, я провел 5 лет моей жизни в четвертом классе. That was before they diagnosed ADD. До того, как ADD это был диагноз. We're going to put some fourth graders on the merry-go-round. Итак, на карусель поместим четырехклассников. And get the high school football team to get it spinning clockwise as fast as it will possibly go. А потом из старшеклассников, футболистов, попросим, чтобы они вращали эту карусель как можно быстрее. Now, if you have a digital watch, если у вас есть цифровые часы, you may not know what clockwise means. Может, вы не знаете, что такое по часовой стрелке. I'll explain it later. Ладно, позднее объясню. The kids go through 4 phases in this experiment. Дети в этом эксперименте проходят 4 фазы. They start off in phase 1. They're yelling, "Let's go faster, faster! Can't you go any faster?" Фаза 1. Они все время кричат, быстрее, быстрее, что нельзя быстрее. When you get to about 30 miles an hour, you enter phase 2. Примерно 30 миль в час, и уже начинается вторая фаза. That's where they stop screaming. Это уже они там больше уже не пищат. They are just trying to concentrate on hanging on. Они пытаются сосредоточиться на том, чтобы удержаться. When you get to about 60 miles an hour, при 60 милях в час, you enter phase 3. Начинается третья фаза. That's where they start screaming again. Когда снова начинают пищать. But now they're screaming, "Stop, stop, please!" А теперь они, хватит, хватит, остановите. Don't stop, keep going faster and faster. Вы все разгоняете, разгоняете. When you get to about 100 miles an hour, когда уже 100 миль в час, you enter phase 4. Начинается четвертая фаза. That's where the kids begin to fly off the merry-go-round. Это когда дети уже начинают отлетать от этого круга. Now when this happens, you will notice an interesting phenomena of physics. И когда это произойдет, вы заметите интересный физический феномен. If the merry-go-round is going clockwise, если карусель идет по часовой стрелке, when the kids fly off, they will be spinning clockwise. А когда дети отлетают, они крутятся тоже по часовой стрелке.
until they encounter resistance, like a tree or a telephone pole. До тех пор, пока они встретят какое-то сопротивление, например, дерево или землю. That is because of a law in physics called the conservation of angular momentum. Это закон физики называется консервация углового момента. If a spinning object breaks apart, если вращающийся объект разваливается, the pieces that fly off will be spinning the same direction. Кусочки, которые разлетаются, вращаются в том же направлении. That's because the outside is going faster than the inside. Это потому, что наружная сторона движется быстрее, чем внутренняя. The professor said, "Yes, I know about the conservation of angular momentum." Профессор сказал, конечно же, я знаю о законе там консервации углового момента. I said, "Then I have a question for you." Тогда у меня к вам вопрос, я сказал. If the universe began as a swirling dot, если вселенная началась как эта вот вращающаяся точка, shouldn't everything be spinning the same way? Не должно ли все в ней вращаться в одном направлении? He said, "Well, yes." Говорит, конечно. I said, "Can you tell me why Venus and Uranus are spinning backwards?" Тогда же я сказал, почему же Вена и Уран вращаются в обратном направлении? He said, "That's interesting." Он говорит, это интересно. I said, "No, that's more than interesting." Я говорю, да, это больше, чем интересно. That's very hard on your Big Bang theory. Это очень трудно для вашей теории большого взрыва. This professor said the theory of the origin of planetary rotation is currently slightly confused. Профессор говорит, что нынешняя теория планетарного вращения слегка запутана. They know this creates a big problem. Они знают, что это создает им большую проблему. The prograde, which means backwards, rotation just can't be explained. Вот это обратное вращение не может быть объяснено. I said, why do 8 of the 91 known moons spin backwards? Я спросил, почему 8 из 91 известных нам лун вращаются в обратном направлении? He said, we don't know that for sure. Он говорит, мы точно этого не знаем. I said, why do Jupiter, Saturn and Neptune have moons going both directions? А почему Юпитер, Сатурн и Нептун вращаются в обоих направлениях? He said, we don't know that for sure. Он говорит, мы этого тоже не знаем. I said, why does the sun contain 98% of all the hydrogen and helium? Я спросил, почему Солнце содержит 90% всего водорода и гелия. And the planets have less than 1%. А планеты меньше 1%. If it all came from a big bang, shouldn't it be pretty even? Если оно все от взрыва появилось, то не должно бы оно примерно одинаково распределиться. And why are the planets so different from each other? Почему планеты такие разные? He said, we don't know that for sure. Он говорит, мы этого не знаем точно. I said, why do some entire galaxies spin backwards? Я спросил, почему и некоторые полностью галактики вращаются в обратном направлении? He said, we don't know that either. Говорит, мы этого тоже не знаем. He said, why do you think they're spinning backwards? Он меня спросил, почему вы думаете, они вращаются обратно? I was hoping he was going to ask that. Я надеялся, что он это спросит. I said, sir, it's very simple. Я ответил, сэр, это очень просто. In the beginning, God created the heaven and the earth. Вначале Бог сотворил небо и землю. And God did it that way on purpose, just to make the Big Bang theory look stupid. И Бог сделал это с одной целью, чтобы теория большого взрыва выглядела глупой. And it is stupid. И она есть глупая. Now, I do believe in the Big Bang. Я верю в большой взрыв. The Bible teaches the Big Bang. Библия о нем говорит. It says the heaven shall pass away with a great noise. Оно, Библия говорит, что небеса исчезнут с большим шумом. That's the Big Bang. Это будет большой взрыв. So the Big Bang comes at the end, not at the beginning. Итак, он будет в конце, он не был в начале. We were continuing the flight. Полет продолжался. And I asked him some more questions. И я задал ему еще несколько вопросов. We'll talk about that after a 10-minute break. А после мы о них поговорим после 10-минутного перерыва. 10-minute break, one more session tonight, tomorrow morning from 10 to 4 with a break every hour or so. Сейчас у нас будет 10-минутный перерыв, потом у нас еще будет одна сессия, а завтра с 10 утра до 4 дня у нас такие же сессии, часовые, там 50 минут с перерывами. Every session will be different. Каждая сессия будет отличаться от другой. My seminar is 18 hours long. Everybody stay at their place. My seminar is 18 hours long. Мой семинар 18-часовой. We have it all on DVD down in the basement. Они все на DVD-дисках есть, внизу есть. We have it subtitled in about 40 languages. И есть уже субтитры на 40 языках. And you're welcome to make all the copies you want and give them to your friends. И вы можете копировать сколько хотите и раздавать вашим друзьям. If you don't sell them. Если вы не продаете их. One man in Dallas has the record.
У одного человека в Далласе есть пластинка. He has made 41,000 copies and given them away. Он сделал 41 тысячу копий и раздал их. I think someone up here should break that record. А кто-то здесь, давайте этот рекорд побьем. Thank you. 10-minute break? Спасибо. Okay. 10 минут. Давайте мы сейчас споем все вместе. В это время брат Кен Хованд отдохнет. Я представляю, как устал тут профессор за этот полет. Everybody will sing a song now, and our brother Ken Hovind is going to take some rest. I'm imagining how that professor on that flight was tired. Это наше плановое служение. Каждую пятницу у нас проходит собрание. This is our planned service. Every Friday at 7 o'clock we have a church service here tonight. И каждый раз у нас есть одна особенность. And every time we have one something special. В это время мы делаем денежный сбор. At this time we do a monetary tithe offering. Мы решили не отступать сегодня от нашей традиции, к тому же нам нужно покрыть расходы, связанные с этим. We made a decision not to go astray from this tradition, поэтому because we need to cover the expenses. Поэтому во время общего пения братья пройдут для того, чтобы сделать сбор, и кто расположен, вы можете участвовать в этих пожертвованиях. That is why at the time of singing, we will our brothers, our ushers will go through the rows for collection of tithe offering, and only if you are intending to, you're welcome to. Давайте мы встанем для общего пения. Thank you.
Садитесь, пожалуйста. Коротенькое объявление, и потом мы еще одно пение все вместе споем. Мы завтра сердечно всех приглашаем к 10 утра. И первая часть нашего общения будет до часу. В час мы постараемся организовать небольшой обед. Я думаю, что перерыв будет тоже длиться один час. I hope it'll take us one hour. Вы сможете приобрести те книги, о которых говорил Кент Хованд. You will be able to purchase books that Kent Hovind was talking about. Пообщаться, побеседовать. To have some fellowship time, some talking time. И потом мы вновь соберемся в 2 часа дня. And at 2 o'clock we will resume. И продолжим наше общение до 4. And continue our time here until 4 o'clock. Если Бог даст нам эту возможность. If God lets us have that possibility. Ну а теперь давайте мы споем еще один гимн. Оставайтесь, now, пожалуйста, сидеть. You may be seated. We'll sing one more song. Давайте продолжим. If the Big Bang theory were true, если бы теория Большого взрыва была правдивой, that completely eliminates the need for the death of Christ on the cross. Она полностью отменяет необходимость того, чтобы Христос умирал на кресте. And if the Big Bang theory were true, the matter would be evenly distributed through the universe. Ну, а также и материя была бы равномерно распределена по всей вселенной. It is not. There are lumps called galaxies, and then billions of miles of nothing. А это на самом деле не так. Есть такие плотные галактики, а потом миллиарды километров ничего. Many major scientists agree. И многие великие ученые соглашаются. The Big Bang theory is dead. Что теория Большого взрыва мертва. But they keep teaching it. Но продолжают ее преподавать. Because they don't have a replacement theory yet. Потому что нечем ее заменить. I have one for them. У меня есть для них одна.
God created the heaven and the earth. Бог сотворил небо и землю. They don't like that theory. Yeah, им эта теория не нравится. The second law of thermodynamics tells us everything tends toward disorder. А второй закон — это закон термодинамики. Он говорит, что все стремится к беспорядку. If you leave things alone for a while, they will rot or rust or break down or fall apart. Если вы не будете следить за вещами, то они или поржавеют, или погниют, или распадутся. Nothing gets better by itself. Ничего не улучшается со временем. But the Bible teaches the heavens shall wax old like a garment. И Библия учит, что небеса как бы постареют, как одежда. Things do not get better by themselves. Вещи сами собою лучше не становятся. Look at your hairdo when you wake up in the morning. Посмотрите на вашу прическу, когда просыпаетесь. You'll see exactly what I'm talking about. И вы поймете, о чем я говорю. Things get worse with time. Вещи ухудшаются со временем. Here is Sue at 20. Вот Сю в 20 лет. Here she is at 90. А вот в 90. And here she is at 3000. А вот ей 3000 лет. Everything is falling apart. Все распалось. The high school boys used to come to me. Старшеклассники, ребята, ко мне подходили. They'd say, "Oh, brother Hovind, you have to see my girlfriend." Они мне говорили: "Ой, брат Ховен, вы бы видели мою девушку." She is so beautiful. Она такая красавица. I said, "Well, that is good." Я говорю: "Ну, хорошо." Does she love the Lord? Она любит Господа? I don't know. Я не знаю. Can she read? Она может читать? I don't know, but Я she's beautiful. Can she cook? Готовить может? I don't know, but she's beautiful. Но она красивая. I say, son, she will not always be beautiful. Я говорю: сынок, она не всегда будет красивой. Oh yes, she will always be beautiful. О, да, она всегда будет красивой. I said, let's go get in the car. Я говорю: пошли в машину. And we will drive down to the nursing home. Поехали в nursing home. And you pick out which one you want her to look like. И ты выберешь, на кого ты хотел бы, чтобы она стала похожей. Everything is falling apart. Все распадается. All we have to do is nothing, and everything degenerates. Все, что тебе надо, это ничего не делать, и распадешься. That is one of the laws of science. Это научный закон. But the textbook says humans probably evolved from bacteria more than 4 billion years ago. А вот школьный учебник говорит, что вероятно, люди произошли из бактерий примерно 4 миллиарда лет назад. Was your great-great-great-great-great-great-grandpa a bacteria? Значит, ваш пра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 дед это был бактерия. They say, well, yes, if you add energy, you can overcome this second law of thermodynamics. Они отвечают: да, если энергии вы добавить, то можно преодолеть этот закон термодинамики. Adding energy does not solve the problem. Но добавление энергии не решает проблему. In the first place, the universe is a closed system. There's no energy being added. Во-первых, Вселенная — это закрытая система, и в нее энергия не поступает извне. And adding energy is destructive. А также добавление энергии разрушительно. Unless you have something to utilize the energy. За исключением, если эта энергия будет куда-то целенаправленно использоваться. The Japanese added a bunch of energy to Pearl Harbor one day. Японцы добавили энергию на Пирл-Харбор однажды. They did not organize anything for us. И там ничего не организовалось от этого. So we returned the favor a few years later. Итак, мы воздали им тем, что той же добротой через несколько лет. We added some energy to some of their cities. Мы несколько энергии добавили в пару их городов. Did not organize anything for them. Это тоже не дало никакой организованности. Adding energy is destructive. Добавление энергии разрушает. We added lots of energy to Afghanistan trying to find this guy with a diaper on his head. Will that translate? Мы много энергии потратили на Афганистан, чтобы найти вот этого человека с памперсом на голове. The sun's energy will destroy the roof on your house. Солнечная энергия разрушит крышу на вашем доме. The sun's energy will destroy your entire house. И она разрушит весь ваш дом. The sun's energy will destroy the roof on your car. Солнечная энергия разрушит крышу вашей машины. It will destroy the upholstery in your car. А также разрушит и ткани в вашей машине. It will destroy the paint job on your car. Она разрушит краску на вашей машине. There's only one thing that can use the sun's energy. Есть только одна цель, чтобы использовать солнечную энергию. That is the chlorophyll found in plants. Это хлорофилл, который в растениях. And one plant cell is more complicated than the space shuttle.
Одна клетка растения более сложна по структуре, чем устройство космического корабля. Evolution violates the second law of thermodynamics. Теория эволюции нарушает второй закон термодинамики. This textbook shows the kids a fossil of a starfish. Вот это в учебнике показана картина вот останки звездной рыбы. And it says 3.4 billion years old, the remains of the early ancestors of modern human beings. Там говорится, что 3.4 миллиарда лет назад это все относилось, значит, к останкам ранних предков современных человеческих существ. Was your great-great-great-great-great-great-grandpa a starfish? Значит, ваш прапрапрапрадед это был рыба-звезда. That's what they're teaching the kids in your schools. Но вот чему детей учат в вашей школе. This says, was your ancestor a sea sponge? Или же они говорят, что был ли ваш предок это солнечная губка? Yeah, they say, this is your ancestor. Это ваш, говорят, предок. Grandpa? Дедушка. I could not believe this textbook. Не могу поверить этому учебнику. He said 30 million years ago. И он говорит 30 миллионов лет назад. These creatures evolved. Эти, ну, создания произошли по эволюции. Remember that word evolved has six different meanings. Помните, что слово эволюция имеет шесть разных значений. It says they are ancestral to both humans and modern apes. Они говорят, там говорится, что они предки как людям, так и обезьянам. That really means long ago and far away. Оно по правде это означает много лет назад и далеко отсюда. It means a fairy tale is coming next. И там дальше будет это однажды далеко, это как сказка дальше пойдет. But they say these creatures evolved 30 million years ago. Значит, эти существа произошли 30 миллионов лет назад. And they are the ancestors to humans. И они предки людей. Grandpa? Дедушка? What big eyes you have. А чего у тебя такие большие глаза? The bigger, the better to see you with, my boy. Чтобы вас лучше видеть. We teach the kids they are nothing but an animal. Итак, детей учат, что они ничто, кроме как животные. And many of them act like animals. Да, некоторые из них действуют как животные. They can't figure out why. Они не могут разобраться в жизни. This lady figured it out. А вот эта леди разобралась. She said, your kids go ape in school. Here's why. He's being taught evolution. Это потому, что детей учат эволюции. You are an animal and share a common heritage with earthworms. Вот там написано, значит, ты животное, и у тебя есть общее наследство с червями. You mean I'm just an animal? Хочешь сказать, что я животное? Okay. Хорошо. We teach the students they're just an animal. What effect does that have on them? И то, что учить учеников, что они просто животные, какой это эффект на них имеет? We cover that for an hour. Об этом мы говорим в течение часа. I will just give you a quick summary. А я вам дам только небольшое обобщение. One moment here. Here. Вот. The Bible says, "They that hate me love death." They that hate me love death. Те, которые меня ненавидят, Бог говорит, любят смерть. Have you noticed so much of the rock and roll music is filled with death and destruction? Вы не заметили, что большинство музыки рок-н-ролла заполнены смертью и разрушением? Kids are taught today there are no absolutes. Детям сегодня говорят, что абсолютов нет. I was in a debate with a professor one time. Однажды у меня был дебат с профессором. He said there are no absolutes. Он говорит, абсолютов нет. I said, are you absolutely sure? А я спросил, вы абсолютно уверены? He said, that's not fair. Он говорит, это несправедливо. I said, that's perfectly fair. А я сказал, это очень даже справедливо. Thus saith the Lord, that's absolute. Так говорит Господь, это абсолют. I've asked evolutionists this question all over the world. Я постоянно во всем мире задавал этот вопрос эволюционерам. If evolution is true, если эволюция права, how do we tell right from wrong? Как мы отличаем правое от неправого? On any topic. На любую тему. Is abortion right or wrong?
Аборты — это хорошо или плохо? Is murder right or wrong? Убивать — это хорошо или плохо? Is anything right or wrong? Любая вещь, правильно она или неправильная? Before you tell me what's right and wrong, I'd like you to tell me how you decide. До того, как ответить мне, правильно это или нет, вы мне объясните, на чем вы основываете свое решение. One fellow said, I decide what's right and wrong. Один мне говорит, я решаю, что правильно, что неправильно. He said, I'm the God of my own universe. Он говорит, я Бог моей собственной вселенной. I said, I'm glad to hear about that. Я сказал, я рад это слышать. Because I'm going to shoot you in 5 minutes. Слушай, я вас застрелю через 5 минут. He said, you can't do that. Он говорит, вы не можете это сделать? I said, sure I can. Я говорю, еще как могу. I'm the God of my own universe. А я Бог моей маленькой вселенной. I decided it's fine for me to shoot you. Я решил, что для меня ничего страшного застрелить вас. How do you tell right from wrong on anything? И как же вы дадите мне различие между правильным и неправильным на любой предмет? Where is the standard? Где стандарты? Bible says you shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. Библия говорит, не делайте никаких нарезов на своем теле и по мертвым, а также и никаких, ничего не пишите на своем теле. Some people don't know what God said. Люди не знают, что Бог сказал. Or maybe they don't care what God said. Или же им все равно о том, что говорит Бог. How would you like to kiss that? Вам хотелось бы поцеловать такое лицо? Bible says your body is the temple of the Holy Spirit. Библия говорит, ваше тело — это храм Духа Святого. What you should do is say, God, are you pleased? И что вы должны это спросить, Господи, тебе угодно? Your body is not your own; it belongs to God. Ваше тело не принадлежит вам, оно принадлежит Богу. Teachers are never taught that they can teach creation in the classroom if they want. Учителям никогда не говорят, что они могут преподавать сотворение в классной комнате, если хотят. I spoke in 2 public schools in the last 3 weeks. За последние 3 недели я говорил в 2 общественных школах. Some states pass laws to require that creation be taught. Некоторые штаты провели законы, которые требуют, чтобы о сотворении преподавали. The Supreme Court said, no, you cannot require that it be taught. А высший суд говорит, нет, нельзя этого требовать. They didn't say you couldn't teach it. Они не сказали, что нельзя не учить. They just said you can't make it mandatory. Они просто говорят, что нельзя это сделать требованием. The ACLU wants you to believe you cannot teach creation in schools. ACLU пытается научить учителей, чтобы они не учили сотворение в школах. That is not true. А это неправда. But if a teacher teaches the kids, they started like a slime and slowly became a human. Ну а если учитель учит ребенка, что они начались вот с чего-то маленького, начались наконец стали человеком? That's going to destroy some child's faith in the Bible. Это разрушит некоторых детей веру в Библию. Jesus said, "Whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck and he were drowned in the depth of the sea." Иисус говорит, что если вы соблазните одного из малых сих, кто соблазнит, тому лучше было повесить мельничный жернов на шее и утопить его в глубине морской. Anyone that teaches something that destroys a child's faith is in trouble when they stand before God. А кто-нибудь, кто чему-нибудь научит детей, что разрушит веру ребенка, тот будет иметь большие проблемы, когда станет перед Богом. The Bible says, "Be not many masters, knowing we shall receive the greater condemnation." И также Библия говорит, немногие делайтесь учителями, потому что мы подвергнемся большему осуждению. It is a serious thing to be a teacher or preacher or an evangelist or stand behind a pulpit and talk to people. Быть учителем или проповедником или евангелистом или вот так стоять за кафедрой и говорить – это очень большая ответственность. I take that very seriously. И я это воспринимаю очень серьезно. If I don't know something, I say I don't know. И если я чего-то не знаю, я говорю, я не знаю. Back in the 1950s, the average textbook only had 2,000 or 3,000 words about evolution. В 1950-х годах каждый учебник имел 2-3 тысячи слов об эволюции. Some of the old people say, "Well, what is the problem? They didn't teach that when I was in school." Некоторые старики скажут, в чем же проблема, когда я был в школе, этому не учили. It's probably true. Это, наверное, правда. But in 1959, в 1959 году, the space race began. Началась космическая гонка. The Russians beat the Americans in the space race by launching Sputnik. И русские одолели американцев в этой гонке, когда запустили спутник. The Americans panicked. Американцы впали в панику. They said, "Ah, the Russians are ahead of us in science." И сказали, что русские
обогнали нас в науке. It must be because they teach evolution. Наверное, это потому, что они преподают эволюцию. In America they were building fallout shelters, bomb shelters. А в Америке тогда строили бомбоубежища. How many remember the days of the bomb shelters? Кто из вас помнит дни, когда бомбоубежища были требованием? 1959 was the 100-year anniversary of Darwin's book coming out. А в 1959 году была столетняя годовщина книги Дарвина. In 1959, Eisenhower, President Eisenhower, asked Congress for $1 billion to teach more evolution in the schools. И в том же году президент Эйзенхауэр попросил у Конгресса $1 миллиард, чтобы распространить преподавание эволюции в школах. Most textbooks were rewritten in the early 60s. И в первой половине 60-х годов большинство учебников были переписаны. Purposely to include more evolution. Целенаправленно, чтобы включить больше об эволюции. By 1963, there were 33,000 words about evolution in the average textbook. И в 1963 году уже было 33 тысячи слов в учебнике об эволюции. It declined after that some. После этого чуть-чуть уменьшилось количество. Not because there was less percentage of evolution, there was just less textbook. И не потому, что было учение об эволюции как-то уменьшилось в процентном соотношении, а просто было меньше учебника. That is the year Madeleine Murray O'Hare got prayer taken out of the schools also. И это тогда же, когда вот эта сумасшедшая, это Madeleine Murray, да, тогда же она взяла, забрала из молитвы из школы. After 1963, we saw a great rise in premarital sex for every age group. А в 1963 году резко возросло вот количество внебрачных отношений сексуальных в каждом возрастной группе. A great rise in sexually transmitted diseases. А также и в болезнях, большой подъем в болезнях, которые передаются половым путем. We saw a great rise in unwed birth rates for girls 10 to 14. И эти вот сильно возросло количество этих вот девочки 10 до 14 лет, которые были беременны. The birth rates went up 100%. Рождаемость поднялась на 100%. But pregnancies went up 553%. А беременности возросли на 553%. The difference were those being aborted. А разница только в том, что они были абортированы. We saw a great rise in wedlock births. Было большое увеличение незаконнорожденных рождаемостей. Now, 1/3 of all the kids born in the hospital are born to a couple that are not married. 1/3 всех детей, которые рождаются в госпиталях, рождаются родителям, которые не состоят в браке. This is destructive to society. Это очень разрушительно для общества. If kids are not raised with their natural mother and natural father, если дети не вырастают в доме своих биологических родителей, it causes many problems. Это производит большие проблемы. Fatherless homes account for 53% of the teenage mothers. Безотцовские дома дают 53% того, что 53% подростковых беременных или подростков матерей. 71% of high school dropouts. 71% тех, которые бросают школу. 85% of the youths in prison. 85% молодых людей в тюрьме. Come from fatherless homes. Это те, которые вырастают в безотцовских домах. Now, if your parents made a mistake, итак, если вы родители и вы сделали ошибку, you have no excuse. У вас нет извинения. You can still live for God. Вы можете продолжать жить для Бога. Timothy was a great man of God in the Bible. Тимофей это великий Божий человек в Библии. His mother was a Jew, his father was a Greek. Его мать была иудейкой, а отец греком. The Jews were commanded not to marry anyone but a Jew. А евреям было заповедано не жениться, не вступать в брак ни с кем, кроме евреев. Timothy's mother disobeyed. И мать Тимофея не повиновалась. But God used Timothy in a great way. Но Бог употребил Тимофея великим способом. So if your parents made a mistake, итак, если вы родители, вы допустили ошибку, shut your mouth. Закройте рот. Quit your whining. Хватит ныть.
and go serve God with your life. И служите Богу своей жизнью. God can use anybody. Бог может употребить любого. There's been a 725% increase in unmarried couples living together. И количество несостоящих в браке, которые живут вместе, возросло на 125%, на 725%. Bible says thou shalt not commit adultery. Библия говорит: не прелюбодействуй. He said whoremongers and adulterers God will judge. И Библия говорит, что блудников и прелюбодеев судит Бог. Bible says if you even look at a woman to lust after her, you've committed adultery in your heart. Библия говорит, что даже если посмотришь на женщину со страстью, с похотью, ты уже совершил прелюбодеяние. Divorce rates have gone crazy in this country. Процент развода поднялся до ненормальных пропорций. By the way, this is why the women should dress modestly. И вот почему женщины должны одеваться скромно. My daddy said, if you're not in business, don't advertise. Мой отец говорил, если вы не в бизнесе, зачем вы рекламируете? Child abuse has gone up 2300%. Издевательство над детьми поднялось на 2300%. Illegal drug use up 6000%. Противозаконное употребление наркотиков на 6000%. Violent crimes up nearly 1000%. И злостные преступления поднялись на 1000%. I remember the days when you did not have to lock your house. Я помню дни, когда не нужно было замыкать свой дом. Anybody else remember those days? Некоторые еще помнят такие дни. And you go to the average high school, and half the pickup trucks had a gun hanging in the back window of the truck. И когда шли в школу, там можно было пистолет взять, и это вот, который у вас в траке был. And nobody got shot in school in those days. И никого в школах тогда не стреляли. The kids who did the shooting at Columbine High School were strong believers in evolution. Дети, которые устроили стрельбище в Columbine High School, были сильно верили в эволюцию. They did the shooting on Hitler's birthday on purpose. И они целенаправленно устроили эту стрельбу на день рождения Гитлера. They shot Isaiah Scholes just because he was black. А вот, например, того мальчика Айзея застрелили, потому что он черный. Hitler hated black people. Гитлер ненавидел черных. Racism has its roots in this evolution theory. Расизм тоже уходит корнями в теорию эволюции. We cover that on video number 5. Об этом мы говорим в семинаре номер 5. And by the way, banning guns is not the solution. Кстати, запретить оружие это не решит проблемы. A man went in to rob a bank in Texas a few weeks ago. Один человек зашел ограбить банк в Техасе несколько недель назад. He pulled out a gun. Он достал пистолет. And he got shot 20 times. И в него выстрелили 20 раз. I believe I have the details pretty close. И, наверное, у меня детали подробные. What if everybody was required to be armed? Что если всех обязать носить оружие? There wouldn't be any more mass shootings. Больше не будет массовых убийств. You'd get off one or two shots and that would be it. Ты можешь пару раз выстрелить, и это тебе на все. See, it's not the gun's fault. Виной являются не пистолеты. And blaming guns for Columbine is like blaming spoons for Rosie O'Donnell being fat. И если обвинять пистолеты в том, что стреляли в школе, то на Рози О'Даннелл надо обвинять в том, что она худая. It's not the spoon's fault. А обвинять ложку в этом. And it's not the gun's fault. Это не вина ложки. It's not the gun's fault either. И не вина пистолета. SAT scores have plummeted since 1963. Aptitude test. Школьные стандарты эти упали, SAT score, это школьники знают, с 1963 года. The scores have declined greatly since 1963. Сильно упали эти результаты тестов. In 1995 they had to make the test easier to make the scores go higher. А в 95 году они были упрощены тесты, чтобы их результаты снова поднялись. Teen suicide rate has gone crazy. Подростковое самоубийство, это количество возросло невероятно. If I told you, if you kiss a frog, it will turn to a prince. Если бы я вам рассказал, что если вы поцелуете лягушку, она станет принцессой. You say, no, frogs do not turn to princes. Вы скажете, нет, лягушки в принцессы не превращаются. In the textbooks they do. В учебниках, да. Yes, boys and girls, we started like an amoeba.
Да, мальчики и девочки, вы начались амебы. And slowly became a frog. Не, потом медленно-медленно стали лягушкой. And slowly became a prince. А потом медленно стали принцессой. It's the same fairy tale. Та же народная сказка. But instead of a kiss, но только не поцелуем. You have to have a new magic ingredient. А нужен новый волшебный ингредиент. See, if the frog turns to the prince quickly, we call that a fairy tale. Видите, если лягушка превращается в принцессу быстро, мы это называем сказкой. But if the frog turns to the prince slowly, we call it modern science. А если лягушка превращается в принцессу медленно, то это мы называем современной наукой. It's the same fairy tale. Та же народная сказка. But the secret ingredient is billions of years. Но секретный ингредиент — это миллиарды лет. Do the textbooks in this town teach the kids the earth is billions of years old? А в этом городе учебники учат тому, что Земле миллиарды лет? Are the kids going to learn that Monday morning at the school in this town? Будут детям это преподавать в понедельник утром в этом городе? Whenever a teacher says millions of years ago, каждый раз, когда учитель скажет миллионы лет назад, I like to ask them, were you there? Я бы спросил, а вы там были? They'll say, no, I wasn't there. Они скажут, нет, я там не был. Now, do you know the Earth is millions of years old? Вы знаете, что Земле миллионы лет? Is this really part of science? Это правда часть науки? Or is this just something you believe? Или это то, во что вы просто верите? This is not something you can observe. Это нельзя наблюдать. They'll say, everybody believes the Earth is millions of years old. Они вам скажут, а все верят то, что Земле миллионы лет? No, they don't. А я скажу, нет, не все. Most Americans believe the Earth is less than 10,000 years old, and большинство американцев верят в то, что Земле менее 10,000 лет. Only about 10% are atheistic. А только примерно 10% это атеисты. But they sure control the school system. Но они, конечно же, контролируют школьную систему. Now it is true that over half the scientists claim to believe in evolution. Да, это правда, что более половины ученых говорят, что они верят в эволюцию. But not all. Но не все. But even if a bunch of scientists believe something, that does not make it true. Но даже если многие ученые в это верят, не означает, что это правда. There was a time when the scientists taught the planets go around the Earth. Было время, когда ученые говорили, что планеты вращаются вокруг Земли. That is not true. А это неправда. They used to teach a big rock falls faster than a little rock. Раньше преподавали, что большой камень падает быстрее, чем маленький камень. That was taught for 2,000 years. Это учили в течение 2000 лет. It's not true. Это неправда. They used to teach if you're sick, you have bad blood. Take out your blood and you'll get better. Говорили, что если ты больной, у тебя плохая кровь. Замени кровь, и тебе станет легче. That's how George Washington died. Поэтому умер Джордж Вашингтон. He was sick with the flu. И он заболел гриппом. And the doctor said, "Oh, we need to take out some blood." А доктор говорит, нужно взять тебе кровь. So they took out a pint of blood out of his right arm. Взяли его кровь из правой руки. And of course, to keep him balanced, they took a pint out of the left arm too. И чтобы был баланс, они из один пинт крови взяли из левой руки. He got worse. И ему стало хуже. They said, "Oh, he's getting sick. We must take out some more blood." Они говорят, о, ему еще хуже, надо еще кровь взять. So they took out more blood. Взяли еще крови. They said he's getting worse. Потом говорят, ему еще хуже. We need to take out some more blood. Надо еще кровь взять. They bled him three times. И брали у него кровь три раза. And he died. И он умер. And they said, we did the best we knew to do. И они говорят, мы сделали самое лучшее, что только могли. Right beside him was a Bible. Рядом с ним была Библия. That said, the life of the flesh is in the blood. Которая говорит, что жизнь плоти в крови. If they had read that book, he might still be alive today. Если бы они читали эту книгу, он, может быть, даже и сегодня был жив. Well, he would have lived longer anyway. Он бы жил дольше хотя бы. If you went scuba diving and you found a treasure chest full of gold coins. Если бы вы нашли это вот сокровище золотых монет. And I ask you the question: when did the boat sink? Я бы вас спросил, когда затонула лодка? You say, I don't know. Вы скажете, не знаю. Well, look at the dates on the coins. Но вы поищите даты на монетах. If there's a coin in there from 1750, если там есть монета 1750 года, you should be able to figure out the boat sank after 1750. Вы должны быть достаточно мудрыми, чтобы понять, что лодка затонула позже 1750 года. How many can figure that out with no help? Кто из вас может в этом разобраться? You would not find the oldest coin in the box, you find the youngest coin. И в том ящике вы не нашли бы более старых монет, вы нашли бы только более новые. That would be the limit on when the boat could sink.
И это бы ограничило возможности, когда затонула лодка. So, how old is the Earth? Итак, сколько лет Земле? How old are fossils? Сколько лет нашим останкам? If you find a dinosaur toe bone, если вы найдете, кость динозавра, you should notice something right away. Что-то вы заметите сразу. It does not have a date stamped on it. Там нет штампа с датой. It does not say made by a dinosaur in 70 million BC. Там не написано, что изготовлено динозавром 7 миллионов лет до нашей эры. In Taiwan. В Тайване. When you find fossils in the dirt, how do you know the age of them? Когда вы обнаруживаете останки в земле, как вы определяете их возраст? How could you possibly tell the age of the earth? Как можно вычислить возраст земли? We'll cover that tomorrow. Об этом завтра поговорим. There are all kinds of scientific ways to show the earth cannot be billions of years old. И всевозможные научные доказательства того, что земля не могла существовать миллиарды лет. The Bible says Jesus created the heaven and the earth. Библия говорит, что Иисус сотворил небо и землю. Jesus should know how old it is. Иисус должен знать, сколько ей лет. He's the one who did it. Он ее сделал. Jesus is God Almighty in the flesh. Иисус это всемогущий Бог во плоти. Jesus said, "Have you not read that he which made them at the beginning made them male and female?" Иисус говорит, вы что не читали, что тот, который вначале сотворил мужчину и женщину. Вначале. By the way, it was Adam and Eve, not Adam and Steve. Кстати, Адам и Ева, а не Адам и Стив. But Jesus said that was the beginning. Иисус говорит, это и было начало. From the beginning of the creation, God made them male and female. От сотворения мира Бог сотворил мужчину и женщину. And the Bible says man brought death into the world. И Библия говорит, что человек принес смерть в этот мир. Nothing died until Adam sinned. Ничего не умирало до того, как Адам согрешил. The question is really very simple. Вопрос очень простой. Did man bring death into the world? Принес ли человек смерть в этот мир? Or did death bring man into the world? Или же смерть принесла людей в мир? Somebody is wrong. Здесь кто-то не прав. The Bible says Adam was the first man. Библия говорит, что Адам был первым человеком. And Eve was the mother of all living. А Ева – мать всех живущих. And Adam was 130 when his son was born. Адаму было 130 лет, когда родился его сын. And his son was 105 when his son was born. А его сыну было 105 лет, когда родился его сын. If you go through Genesis 5 and add up the dates, если вы по пятой главе Бытия складете все даты, you can make a chart like this. Получится вот такая таблица. You'll see the Bible teaches the earth was created about 6,000 years ago. Вы увидите, что земля была сотворена примерно 6000 лет назад. We have some of these charts laminated on the table downstairs. У нас есть эти таблицы заламинированные, они там внизу будут. You can use them for placemats when your skeptic friends come for lunch. Можете их на столе использовать. That will stir up a conversation. И чтобы они давали вам повод для разговора. So if the earth was created in 4000 BC, итак, если же земля была сотворена 4000 лет до Рождества Христова, that raises some interesting questions. Это поднимает некоторые интересные вопросы. What about the dinosaurs? А как насчет динозавров? What about carbon dating? Как насчет углеводородного датирования? What about Grand Canyon? Что насчет Большого каньона? Didn't it take millions of years to make Grand Canyon? Разве не понадобилось миллионы лет, чтобы он сформировался? And how did the light from the stars get here? И как свет от звезд сюда достигает? That's why my seminar is 18 hours long. Вот почему семинар длится 18 часов. I cover all of that and a lot more. Это мы об этом говорим и о многих других вещах. But we will quit for tonight. Но сегодня мы заканчиваем. We'll take up some more tomorrow morning. И завтра продолжим. So we start at 10 o'clock. Every session will be different. Завтра начинаем в 10 часов. Каждый урок будет другим. We will try to save time at the end for any questions and answers. К концу попытаемся сохранить время для вопросов. If you have some friends who believe in evolution, please bring them. Если у вас есть друзья, которые верят в эволюцию, приводите их сюда. That usually livens things up quite a bit. Это облегчает многие вопросы. And I love that. Мне это нравится. Вопрос есть? Where are you going if you die tonight? Вопрос. Куда вы пойдете, если вы умрете сегодня ночью? You could die tonight. Сегодня вечером вы можете умереть. Have you seen the way they drive in this town? Вы видели, как в этом городе ездят? Do they have driver's licenses up here? Здесь лицензии водительские выдают?
Do they take a test or anything? Экзамен у них принимают водительские? I hope you live a long time, but you could die tonight. Я надеюсь, что вы долго проживете, но можете умереть сегодня. Be sure you've trusted Christ as your Savior. Вы уверены, что Христос ваш Спаситель? So you can go to heaven. И вы пойдете на небо. Let's all stand and let's pray. Давайте встанем и помолимся. Just pray. Heavenly Father, thank you for letting us be part of your family. Please, Father, teach us how we can please you with everything you want us to do, Lord. There may be some here tonight that don't know if they're going to heaven. If they die tonight, they would be going to hell. Lord, would you please get them to invite you into their heart and life and to forgive their sins so they could be part of your family. Lord, there may be someone here tonight that's got a family member that's lost and going to hell. Lord, would you please help them to get concerned and to give them the gospel. Maybe make some copies of the videos, but Lord, get people into your kingdom. Lord, bless us now as we travel home. Keep us safe and help, pray that the meeting tomorrow will strengthen the faith of many of your believers and draw other people into your family. In Jesus' name, amen. Amen. Right. Thank you, brother. С миром Божьим. До завтра.